Елизавета Наумова занимается танцами с раннего детства. Сначала была воспитанницей ансамбля в Пуйковском, позже семья девушки переехала в Нефтеюганск. Решили поступать в детскую школу искусств. Мы пришли, и уже мест не было, это был сентябрь. И как раз проходила Марина Александровна мимо, и мама посмотрела на грамоты, которые висели вот на стенде, и такая говорит: «Тебе надо к Марине Александровне». Хореограф провела для Лизы вступительные экзамены, приняла в коллектив. Сейчас Наумова уже выпускница «Северяночки». Несмотря на это, работу в ансамбле не оставила. Ходит на репетиции, выступает на конкурсах и продолжает с теплом отзываться о школе искусств. Ведь обучение здесь дало девушке многое. Это как бы саморазвитие, культура. Я знаю балет, и как бы мне интересно, например, когда я прихожу в тот же театр, я понимаю, о чем идет речь, что пытается до меня донести вот этот вот самый балет. «Северяночка» появилась в Нефтеюганске более 20 лет назад. За это время из коллектива выпустились не один десяток танцоров. Более того, некоторые из них решили всю свою жизнь связать с хореографией. Наши дети, выпускники, продолжают нашу работу, преемственность педагога, ученика, который работает в больших коллективах, танцует в театрах, танцует, даже работая просто в техническом университете, работают художественными руководителями. И это здорово, что у нас есть уже преемственники. В репертуаре ансамбля народные танцы – русские, казачьи, хантыйские и многие другие. По словам воспитанников коллектива, эти номера особенные. Самые любимые – это без музыки, у нас их два – вепский и ступа. Ступа – это новый, а вепский – это тот, который передается с поколения в поколение. Я его учила с 4 класса, приходила к старшему, учила, пыталась что-то запомнить. И мне он очень нравится. Сейчас коллектив трудится над постановкой трех номеров. Младшая группа разучивает северный танец, старшие девушки – сербский. По словам педагога, с этим материалом воспитанницы «Северяночки» еще не работали. Выпускницы, в свою очередь, в скором времени продемонстрируют русскую плясовую. Кристина, еще голову. И раз. Кристина Кучерова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».